Целый месяц, а именно, начиная с 10 января, на медиальном горизонте не было видно и слышно Рамзана Кадырова с крутым троллингом Зеленского. Ровно как было замечено полное отсутствие в воздухе зажигательных твитов Дмитрия Медведева. Но теперь, судя по всему, кое-где погода поменялась, и Рамзан Ахматович вот прям с оружием в руках взялся за привычное дело. Мы сядем за стол с переговором с Зеленским, да, я считаю, что это неправильно. Вот третья сторона, да, от народа люди должны быть. Вот политики, не знаю, да, уважаемые люди, да. Я считаю, что Зеленский террорист, Зеленский сатанист, фашист. И с ним вести переговоры, да, я считаю, неправильно. И вот если меня отправят к нему, да, один на один, да, то можно было вести переговоры. Да. Я быстро переубедил бы его, да, и быстро подписал бы все да, документы, которые необходимы. А так, да, он сделать из него, да, героя, да, и вести с ним переговоры, да, я считаю, неправильно. А что бы сказали этим людям? Я ничего не сказал бы, да, и заставил бы сделать, да, то, что нужно. И у меня, я психолог, да, я понимаю, да, очень хорошо людей, да, я могу управлять, да, так что я быстро, да, нашел бы чистоту, да, и поставил бы его, да, на свое место. Да. Для меня вот победа на самом деле уничтожит эту, так скажем, шайку во главе с Зеленским, который стреляет по нашей территории, убивает наших граждан. Да. Первый виновный, да, Зеленский, и те, которые ему дают, да, так скажем, карт-бланш, да, руки, да, чтобы он давал команду Запад и НАТОвские, да, так скажем, да, шайка. Да. И для того, чтобы это сделать, да, мы должны, да, дать по морде, да, вот некоторым странам, которые сегодня кричат, да, Германия, которая дает танки, там так хочет, да, Шольц, не знаю, да, вот, Польша, которая, да, днем и ночью кричит, да, как петух, да, не кукарекует, да, и сами, да, все, что у них есть, отдали, больше ничего нету. И сейчас они просят, чтобы остальные государства через них хотя бы передавали, да, они боятся, зная, да, что у них провал, да, что они не заберут, да, западную, да, часть территории Украины, да, что им этого не позволят. Поэтому сегодня, да, я считаю, что надо, да, чуть-чуть, да, дать, да, тем, да, государствам, да, по морде, да, чтобы они успокоились и дальше, да, как я сказал, вести, да, политические процессы. Да. А то, что сегодня мы забираем территорию, мы быстро, да, заберем территорию, да, потому что у них нет сил, средств, да, у них нет живой силы. Да. Живая сила – это оправданная сила, да, во все времена и во всех ситуациях. Да. И у нас есть, да, сила живая, которая может дойти, да, до Киева, забрать Киев. И сегодня, если будет приказ Верховного Главнокомандующего, да, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, да, полиции, да, не имеет значения, ни ведомства. Да. У нас все подразделения, да, все до единого готовы. Да. Нету такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал, да, в разных кругах. Да, и со мной даже никто про это не говорил. Да. Я, да, за то, чтобы они подняли, да, и, так скажем, сами, да, вот, как Гитлер в свое время, да, сделал шаг, да, застрелился, да, и это будет для него, там, знаешь, история, самый лучший ход, да. Вот, даже у меня, да, пистолет есть, да, трофейный, да, я специально взял, принес, да, вот есть пистолет, который, да, господин, да, Гитлер, да, застрелился в Маузере. Сейчас, если это отсюда вытащить. Вот есть пистолет, да, это трофейный, да, как командиры мне привезли, да, настоящий. Вот, я могу, да, ему это доверить, да, чтобы он...
чтобы он сделал один выстрел. Если мы начали бы, ну, хотя бы, да, 20%, то все эти города, которые есть там, все их там, места, где они дистанцируют, то никого нигде не осталось бы. Я говорю еще раз, Путин, вот, он мудрый, да, он дальновидный, да, он политик, да, он сам мужественный человек, да. Он, я думаю, что он еще хочет, чтобы весь мир увидел, услышал и объединился, и сделал, да, общее, да, заявление, да, то, что сегодня, да, на Украине это не должно, да, так, да, идти, да, дальше. Да. Это должно остановить, да, это, да, должны остановить, да, вот, мировая держава, да, и дать, да, украинскому народу, да, сделать свой выбор. Да. Я думаю, что он хочет, да, чтобы услышали. Да. А если так будет продолжаться, так они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнется, и, да, и салам алейкум, да, дадут приказ, то быстро, да, закончим, и мало не покажется Зеленскому, да, и Байдену, и остальным, да, шайтанам. Да. Ну, а теперь Дмитрий Анатольевич. Ждем-с.